Здравствуйте, уважаемые дачники, садоводы и огородники Иркутска и Иркутской области. Сегодня много говорят о здоровье. Ситуация непростая, но мы с вами счастливые обладатели дачи. И вокруг нас природа. Она, как известно, лучший лекарь. Молча выслушает, исцелит душу, подарит радость. Например, разноцветными салютами, которые вспыхивают яркими гроздья сирени, окутывая все вокруг божественными ароматами. У Натальи Новиковой их больше двух десятков, причем на одном участке. Мое увлечение сиренями тянется из самого детства. Когда я была маленькой, у соседей росли большие-большие кусты сирени. И когда они расцветали, я всегда знала, что наступил праздник, 9 мая, праздник Победы. У нас не было этих сирени, прекрасных деревьев. И когда я выросла, и когда выросли мои дети, я решила свою мечту воплотить в реальность. Я увидела необычные сирени. Селекционером этой коллекции является кандидат сельхознаук Василий Владимирович Котов. Это один из прекрасных сиреневодов, которые у нас занимаются селекцией такой красоты. В данный момент вы видите очень красивую нарядную сирень. Она флоксовая. Это необычайно красивая воздушная сирень. У них крупные, плотные соцветия, и в то же время они воздушные, как мотыльки. Но самое интересное, что сирень этой селекции радует своим светом и цветом не каждый год. И вот когда увидишь то, чего хочешь впервые, радости нет предела. Посмотрите, какие великолепные, какие красивые соцветия. Они настолько воздушные, что даже никак не скажешь, что это настолько плотный пучок цветов. Замечательные сирени. Этот необычный сорт сирени, флоксовый, он не так стар. Ему всего лишь 5-й год. Но при хорошем уходе и любви каждое растение понимает, что его любят, и каждое растение хочет, чтобы отблагодарить своего хозяина. Ну что нужно в первую очередь для того, чтобы было пышное цветение? Это азотное удобрение ранней весной. Это в течение всего сезона вегетации сирени фосфорно-калийное удобрение или зола. Конечно, немаловажную роль играет и обрезка, и формирование куста, ну и, конечно, полив. Возможно, даже каждодневный, потому что каждое растение хочет пить. Тем более здесь, на данном участке, у нас почва супесь. То есть это и песок, и глина вместе. Ну, видимо, вот нравится. Следующий сорт, о котором я сейчас вам хочу рассказать, называется «Удача». Этот сорт сочетает все качества обычной сирени. И большие соцветия, и тугие соцветия, и красивые большие махровые цветы, и переливчатость вот этих вот раскрывшихся и не раскрывшихся бутонов. От бледно-фиолетового до ярко-розового. И причем он настолько удачливый, он невысокий, много места он не требует. Он цветет каждый год, он настолько оригинальный, что каждый цветочек кажется просто махровым. Ну и немножко он, конечно, смахивает на и гиацинты, и ландыши, не распустившиеся или распустившиеся. И я никак не могу согласиться с тем, что сирени Котова не ароматные. Они очень ароматные. У них тонкий-тонкий аромат. Чуть-чуть такой флёр. И еще, если с ветерком,
Это просто неописуемо. Следующий сорт, о котором я вам хочу рассказать, это сорт тоже из коллекции Котова, называется «Няня». Он, в отличие от своих собратьев, уже повыше. То есть, как любой няне, положена статусность. Он статусный, он высокий, он вот такой яркий и причем изменчивый. Настроение, видимо, у него то хорошее, то плохое. И во время пасмурной погоды он кажется более лиловым. Как только выйдет солнышко, можно увидеть и здесь и другой цвет. Это темно-сиреневый. Ну, то есть сорт с переливами. Очень красивый цвет. И тоже махровость присутствует здесь. Идет из центра белые чашелистики, потом фиолетовые, потом ярко-розовые. Он еще привлекательный тем, что не занимает много места на любом участке. У него всего несколько стволиков. Ну, конечно, он требует оригинальной обрезки, но тем не менее хочу открыть небольшой секрет. Если вы шейку у сорта сирени не будете заглублять, она будет расти в 4-5 стволов. А если заглубите ее на 3 сантиметра, то тогда у вас пойдет поросль, которую можно использовать и на черенки, и для своих друзей, и для своих приятелей. Каждый питомец, который находится в вашем саду, требует к себе уважения. Поэтому отнеситесь к нему как к себе, и вы будете вознаграждены тем, чем любуюсь я каждодневно. Большинство современных дач – это полноценный загородный мир, где есть все – и польза, и красота, и работа, и отдых, и клумбы, и грядки. Мы стали понимать, что каждому члену семьи в этом мире нужен свой уголок. Здесь должно быть уютно и радостно. И для этого, пожалуйста, посадите петунии. Научные исследования показали уникальный аромат цветка, повышает настроение, работоспособность и активизирует функции всех органов. Ученые доказали, смотря на цветущее растение, человек получает положительные эмоции и избавляется от стресса. Мы выращиваем петунию уже много-много лет. Это наше семейное достояние. У нас 4 вида петунии, 16 цветов. Есть ампельная петуния, есть каскадная петуния, есть мелкоцветковая для бордюров. Есть кустовые петунии для кашпо. Есть у нас готовые кашпо, на ножках подвесные кашпо. Петуния уже 100 лет украшает наши клумбы. Она неприхотливая, ее не обязательно в клумбе подкармливать. Она разрастается большой шапочкой. А если в ограниченном пространстве, то есть если в кашпо, то есть обязательно нужен подкорм петунии. Петуния, она боится влаги. Но в этот момент, то есть когда идут затяжные дожди, обязательно нужно ее подкармливать на листву. Чем больше дадите вы ей питания, тем больше радовать она вас будет до середины октября. Мы начинаем сеять все в январе месяце, всю петунию. Ампельная сеется январь, февраль. Каскадная петуния в то же время, а все остальное идет где-то в марте месяце. Последний посев петунии. Петуния, она очень красивая, ярких, насыщенных цветов. Есть белая, есть бургунди, красная петуния. Они все по-своему красивые. Паутинка, она у нас 4-5 видов. Начинает петуния цвести с мая месяца и по октябрь. Петуния очень красивая, и можно нарисовать петунией любую картину в вашем саду.
Еще я люблю гацанию. Гацанию мы выращиваем с января месяца, сеем ее, пикируем, и она разных различных красок. На ночь гацания закрывается, как любая африканская ромашка. Гацания – это очень солнцелюбивый цветочек, и он любит обильного полива и всяческих подкормок. Я подкармливаю гацанию органическими удобрениями раз в 10 дней, и она вырастает до 30-40 цветочков на кустике. Начинает гацания цвести с начала июня и до поздней осени, до первых заморозков. Если вы гацанию сохраните зимой на подоконнике, ее можно заново весной высадить в грунт, и она будет радовать вас еще очень долго. Посмотрите, сколько много раскрасок у гацании. И красная есть, желтая, оранжевая, вот такая вот пестрая, ярких, насыщенных цветов. Гацания очень красиво смотрится с декоративной зеленью в композициях. Есть ипомея ботан, аптения, лобелия, колиусы. И очень красиво в эту композицию вписывается китайская гвоздичка. Китайская гвоздика уже известна давно, но в наших садах она только набирает популярность. Она начинает цвести с начала июня и цветет до поздней осени. И на следующий год, то есть гвоздика, она двулетняя, она будет цвести у вас и на следующий год в клумбе. Китайская гвоздичка, она в зиму уходит такая, какая ей есть. Ее укрывать ничем не нужно. То есть со старой кроны она начинает новые молодые отрастать у нее побеги. Это гибридная гвоздика, она сеется только семенами. Вы можете собрать с нее семена, но не получится такой красоты, которой она высеяна из профессиональных семян. Китайскую гвоздичку можно посадить на солнце в полутени. Подкармливать ее можно раз в месяц в грунте. Если в горшочек вы садите гвоздичку, то подкормка уже идет чаще, раз в неделю. Эта гвоздичка у меня в наличии 7 окрасок. Она очень шикарные, яркие, насыщенные цвета у нее. Я не люблю многолетники, но китайская гвоздичка мне нравится чем? То, что она начинает цвести с июня и цветет до поздней осени. Это единственный плюс двулетней гвоздички, что она цветет весь период лета. И какой же ваш огород без наших бархатцев? Они разрастаются большими шапками и помогают от вредителей. Это самое красивое украшение для вашего сада. Бархатцы, оно самое шикарнейшее пятно в вашем саду, разрастаются шапочкой. Они будут украшать ваш бордюр. Они от ярко-желтых цветов, заканчивая оранжевыми, коричневыми цветами и бордовыми. Есть разноцветные цвета, то есть двойные. Это бордовые с желтой серединкой. Есть смешанные. Есть чисто красные бархатцы. И они всегда будут украшать ваш сад. Бархатцы – это, как раньше называли наши бабушки, чернобривцы, всегда украшали наши клумбы и были более неприхотливые, чем остальные растения. Смотрите, какое количество цветов. Вы можете украсить свой сад на все лето, от рассвета до заката. Тепличное хозяйство «Рассвет» предлагает вам разнообразную коллекцию однолетних цветов. Только гацаний 4 вида, 5 расцветок гвоздики китайской, 7 видов бархатцев и 9 роскошные петунии. Сделайте свою дачу ярче. Телефон для справок 8-924-601-42-83. Дзержинск, улица Солнечная, 46. Рассвет.ирк. Нынешних огородников от мичуринцев былых лет отличает то, что мы научились получать отменное урожай при минимальных затратах в условиях Сибири. Новые технологии плюс опыт плюс творческий подход –
Многие дачники убедились, не нужно пахать на поле от зари до зари, не нужны гектары земли. Обычная семья на стандартном 600-очном участке способна вырастить все необходимое в достаточном количестве и непременно оставить время для особенно любимых растений. В настоящее время садоводы предпочитают большие, крупные, эффектные растения и совсем недооценивают красоту миниатюрных, изящных многолетников. Сегодня я хочу вам рассказать именно про такие. Это почвопокровные растения многолетние, которые я собираю уже порядка 5 лет. За что люблю почвопокровные растения? Прежде всего, это растение очень неприхотливое и нетребовательны к почвам. Ведь так много участков, почва на которых бедная. А такие растения, почвопокровники, они растут как раз на песчано-глинистых почвах. Они не только нетребовательны к почвам, но и они растут, не нуждаясь в поливе. То есть это растения очень засухоустойчивы. И по факту им достаточно атмосферных осадков. Один раз посадили, немножко полили, они укоренятся, и в целом за ними вам нужен минимальный уход. В моей коллекции достаточно много почвопокровных растений, но сегодня я хочу рассказать про наиболее используемые, которые знают многие. Мы нашу коллекцию стараемся пополнять, но не все почвопокровники хорошо зимуют в нашем климате. И на сегодня у нас в коллекции остались, стараемся оставлять те растения, которые проходят адаптацию уже в наших сибирских условиях. В целом, что хочется сказать про почвопокровники. Основная часть этих растений, 80%, являются растениями с зимней зеленой листвой. Давайте рассмотрим, что же это значит. То есть эти растения уходят под зиму с осени в том виде, в котором они были. И весной, когда стаивает снег, та шапка цветущая растений, которая у вас была с осени, вы ее можете наблюдать. Но здесь основная опасность этих растений не в том, как они перезимуют, а в том, как они у вас сохранятся весной. Они могут весной обгорать. Уход за почвопокровными растениями весенний очень походит на уход как за хвойными растениями. Что происходит? То есть корневая система в марте месяце, когда снег у нас таивает, еще не работает, так как почва у нас еще промороженная. Но та зеленая шапка, которая осталась у вас с осени, она отдает влагу, а восполнить влагу растению не из чего. Поэтому их обязательно нужно притенять. Вы можете сделать это двумя способами. Либо использовать укрывной материал или лутросил с осени, когда уже грунт будет проморожен, вы укрываете свое растение белый укрывной материал. Это очень важно, потому что некоторые садоводы используют для укрытия черный, который, конечно же, не подходит для этих целей. Либо вы укрываете такое растение весной, как только стает снег. Но нам намного проще сделать это с осени и весной, когда снег стаивает, под укрывным материалом растение у вас не подопреет, но оно будет спасено от палящих солнечных лучей. И открываем весной мы растение, когда уже почва отойдет на пол штыка, на штык лопаты. То есть таким образом корневая система растения уже будет работать и растение сможет себя защитить. Ну а сейчас давайте перейдем к нашей коллекции. И первыми, о которых я хотела бы рассказать растениях, это являются почвопокровные флоксы. Наверное, все вы видели в интернете картинки красивые японских полей с красивыми разноцветными террасами. Как раз таки украшают такие террасы это многолетние флоксы. Разновидностей их достаточно много. То есть почвопокровные флоксы, они тоже имеют и разные высоты. Существует коллекция шеловидных флоксов, также есть флоксы прелестные, есть флокс столоносный, растопыренный. Это все объединяет почвопокровники. Вот из такого небольшого череночка полноценное растение вы получите уже на следующий год. Это будет цветущая шапка, которая займет диаметр примерно 20 сантиметров. И через год, то есть через 2 года, вы уже получаете целую полянку такого растения. Это относится не только к флоксам. Любое почвопокровное растение разрастается с такой силой роста. Поэтому при посадке вы обязательно должны учитывать расстояние. Возможно, в первый год вам захочется занять все пространство,
пространство и посадить их как можно близко, но делать этого не стоит. Выход из такого положения можно будет занять то пространство между растениями на первое время летниками, которые создадут вам какие-то краски. Но на следующий год ваши почвопокровники уже достигнут тех объемов, когда это будет цветущая шапочка, и вам уже не захочется добавлять никаких растений однолетних, потому что многолетники будут вас радовать уже в полной силе роста и цветения. Флоксы бывают разных высот. Перед вами представитель самый низкий, это 10-12 сантиметров, и также растопыренные флоксы достигают высоты 20 сантиметров. Фоном для почвопокровников могут служить такие растения, как мох ирландский, лимшанка или камнеломка. Это представители самых низких почвопокровников. Многие садоводы уже полюбили такое растение, как мшанка или ирландский мох. Это замечательный почвопокровник, он имеет вот такую высоту, то есть это не выше 3 сантиметров. Она подходит не только для посадки в ракарии альпинарии, там она служит прекрасным фоном. Также мшанку можно использовать и высаживая в приствольные круги деревьев, где хочется занять пространство. Со временем мшанка затягивает все вокруг, под ней не растет трава. Первый год, конечно, она нуждается в небольшом уходе, но на второй год вы уже получаете сплошной ковер этого растения. Мшанка очень неприхотливое растение, но есть небольшие нюансы. На солнечных местах мшанка подвержена обгоранию, а вот для теневых участков она прекрасно подходит. То есть вы можете создать какую-то композицию почвопокровную, если у вас теневые участки. На солнышке вы тоже ее можете высаживать, но помните о том, что это растение обязательно нужно притенять весной, используя укрывной материал. И я хочу рассказать еще про одно весеннее цветущее почвопокровное растение. Это камнеломка. Камнеломку тоже любят и знают многие. Она очень красиво цветет, небольшой шапочкой, хорошо зимует. У камнеломки тоже есть свои особенности выращивания. Она также, как и мшанка, подвержена обгоранию, поэтому идеально подходит для полутеневых или теневых мест. И есть небольшая особенность по делению. То есть камнеломку, чтобы она не выпривала у нее серединка, как это бывает у многих, через 3-4 года желательно обновлять кустик и делить. Ну и еще одним ярким представителем весенне-цветущих почвопокровников является арабис. Вот это, посмотрите, новинка этого сезона. В этом году мы его хотим размножить как можно больше. Он хорошо перезимовал и перенес зиму. И вот такой арабис отличается от обычного арабиса кавказского именно окрасом листьев. Помимо того, что он красиво цветет, его листья дают определенную декоративность. Сейчас период цветения арабисов подойдет к концу, но декоративность кустик будет сохранять на протяжении всего лета. Я очень люблю это растение. Сегодня я вас познакомила с представителями весенне-цветущих почвопокровников, а с другими разновидностями этих многолетних растений я хочу вас познакомить в одной из следующих программ. Семейный питомник растений «Клумба.ирк» предлагает широкий выбор многолетников. Ознакомиться с деятельностью питомника и ассортиментом можно на странице в Instagram «Клумба.ирк», а также на сайте www.klumbairk.ru. Наша программа заканчивается. Позвольте напомнить историю про старушку, которой достался ящик спелых груш. Она каждый день съедала одну подгнившую грушу, приберегая лучшую на завтра. А завтра подгнивала следующая, и она съедала ее. Это продолжалось, пока груши не закончились. В итоге старушка не отведала ни одной хорошей груши. Правдивая история и грустная. И поучительное. Мы верим, что нам надо немного поднатужиться, поработать, сэкономить, потерпеть, а потом... Да нет никакого потом, есть здесь и сейчас. Пожалуйста, помните об этом. Будьте счастливы. До свидания.